Григорьевич, ну ошеломительный результат 4-0. Как удалось этого достичь? Тем более, что у вас первая игра сезона. Классно начали. Ну, я думаю, что сегодня ребята просто все выполнили то, что мы их просили. 4, так сказать, кия было для победы. Это дисциплина, характер, играть все вместе и выигрывать единоборство. Это они все сделали. Сильная команда «Казань». Нам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы победить их. Ну, наверняка сегодня еще больше проблем ожидали от «Казанского Акбарса». Наверняка наблюдали и за матчем открытия. Да, в принципе, достаточно от них было проблем. Нам было очень тяжело. Ребята молодцы, выдержали. Особенно меньшинство великолепно отыграло. И пожертвование собой, ловля шайбы на себя – это самый фактор, который приводит к победе. И эти ребята, которые ловили эту шайбу на себя, забили последний, третий, четвертый гол. Еще раз победа, спасибо. Спасибо.